Да. Алло? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А это вас Дмитрий беспокоит. Я ваш телефон нашел на ССЛВ. Звонил вам не по профессии, которую вы искали, а хочу вам предложить участвовать в завтрашних съемках в массовке. Делать много чего не нужно. Оплата 2 евро в час. А Вам какое, интересно? подождите секундочку, какое объявление вы нашли? Я зашел на ССЛВ, увидел ваше объявление, И вы увидели, что вы наверное, ищете мою работу как фотографию. слесаря. Что, А, то простите? есть, так вас заинтересовала, наверное, фотография, скорее всего. Меня заинтересовал вообще человек и возраст ваш. Вот в чем. А когда я увидел еще и фотографию, вы знаете, это, конечно, колоритно, я бы сказал бы. Ну вот, поэтому, например, если вы даже готовы сыграть маленькую какую-либо роль, тогда это 16, например, часов до 21:00 будут съемки проходить. И оплата съемочного часа 2 евро. Ну хорошо, хорошо. Только вы мне скажите, кто? Представьтесь как-нибудь, я не знаю. А представиться, Дмитрий Иванов, представляю компанию Perfect Motion. Вот, мы Хорошо, занимаемся съемочными. а что за кино? Вами будем снимать рекламный ролик по упрощению оплаты коммунальных счетов у нас в Латвии. Ну хорошо, давайте говорите, куда идти, что с собой брать. Да, хорошо. Тогда адрес таков. Илукстес 30, если вы сейчас можете записать. Могу Илукстес. 30. Илукстес Это в Плявниках. 30. Место съемок будет происходить 88-я школа. 88-я школа. Ну хорошо, дальше что? Если вам нужен транспорт, как доехать, это 22-й троллейбус или 16-й троллейбус? Хорошо, разберемся. 22-й. Да. Что нужно с собой иметь, это какую-либо обувь, либо чешки, сланцы, тапочки можно. Ну, что-то такое. Все остальное мы даем. Вот. Подождите, давайте вот я еще одну такую вещь скажу. А вдруг, если я вот... Хорошо, ладно, я там буду, только время укажите еще. По-моему, времени не Время, указал. время, я думал, вы уже... Время с 16:00 до 21:00. Так надо быть в 16:00 не позже или раньше? Можно чуть-чуть раньше приехать, Пол чтобы, если четвертого. что-то случилось, чтобы, ну, знаете, 15, сами, хоп-хоп, 30. я Хорошо, понял ладно. А работу. вы можете себе такую ситуацию представить? Я приехал, я кому-то не понравился, мне что-то не понравилось. Или надо сейчас давать ответ стопроцентный и бесповоротный? Ой, какой интересный вопрос. Ну а что? Дело в том, что мы уже как бы согласны на все, что человек как бы делает, и там на самом деле роль небольшая. Не, И здесь речь идет не о том, что мне надо делать и какая там роль, а да. то, что какой конечный продукт. Может, что вы сказали, оплата каких-то коммунальных услуг? Коммунальных счетов. Да. Мы будем снимать клип. Как бы так сказать, что основная масса находится в таких очередях огромных, и достаточно сложно оплачивать коммунальные счета. И мы доводим это до пика такого. Значит, вы предлагаете какой-то способ упростить этот процесс? Именно, А это именно. через какой-то банк, да? Нет, мы не банк, и Ну, кто это не заказчик рекламная организация. рекламы? Ладно, в общем-то, я не хочу вас мучить. Хорошо, завтра буду там. Все, давайте. Да, хорошо, доброго. Давай, доброго. давай.